эфире программа «Новости дня», в студии Даниил Добрин. Здравствуйте. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. В начале выпуска коротко о главном. Орский железнодорожный мост, часть которого обрушилась, отремонтировали. Движение машин под ним полностью восстановлено. Сохранение наследия и закон о психологической поддержке. Оренбуржье посетила депутат Госдумы Нина Останина. На машине, как на лодке. Жители домов по улице Амурской областного центра жалуются на огромную лужу посреди дороги. Выросло количество закупок у малого и среднего бизнеса. Оренбуржье попало в пятерку лидеров по количеству закупок у предпринимателей. На чеку круглые сутки. Жители аварийного дома по улице Кольцевая вынуждены встречать зиму с холодными трубами и незваными соседями. В единстве сила. Во Дворце культуры «Молодежный» прошел благотворительный концерт в поддержку мобилизованных оренбуржцев. Седьмого ноября в России отмечается памятная дата – День Октябрьской революции 1917 года. В Оренбурге в честь 105-й годовщины события, навсегда изменившего ход истории нашей страны, прошел автопробег. Десятки автомобилей с красными флагами проехали по центральным улицам города под песни военных лет. Кроме того, в понедельник также запланировано праздничное шествие. Первый учебный день после осенних каникул вновь эвакуируют образовательные учреждения Орска. В администрации города получили сообщение о минировании 42 школ и 52 детских садов. Отметим, подобные письма неоднократно приходили на прошлой неделе. В пресс-службе администрации города подчеркивают, хотя ни одно полученное ранее сообщение не подтвердилось, ситуация под контролем муниципалитета и силовиков. Еще одна новость с востока области. Орский железнодорожный мост, часть которого обрушилась, отремонтировали. Движение машин под ним полностью восстановлено. Обе полосы открыты. Отметим, обрушение произошло в пятницу 4 ноября около 18 часов на мосту станции Орск-Южно-Уральской железной дороги, находящемся на балансе РЖД. Пострадавших нет, однако технические повреждения получил автомобиль, проезжающий под мостом. В результате происшествия образовался сквозной провал, опорные конструкции моста не пострадали. Причиной случившегося стал износ конструкций. На данный момент плиты перекрытия восстановлены, все работы завершены. К другим темам. Оренбуржье посетила депутат Государственной Думы, председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она провела ряд встреч в 4 районах региона, а также областном центре. Все подробности далее. Депутат Государственной Думы Нина Останина на встрече с коммунистами отмечает, 70% россиян сегодня находятся в состоянии тревожности и депрессии. В современных реалиях необходим закон о психологической поддержке. По ее мнению, важно эту деятельность регулировать. Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей также рассказала о принятых ранее мерах по поддержке мобилизованных. Мы добились, это, конечно, того, что многодетная признана семья, где трое детей все-таки, а не четверо. И очень много семей мы смогли осчастливить тем, что отцы вернулись домой, в том числе в Оренбургской области. Участники встречи поднимают и тему сохранения наследия. Говорят о старейшем памятнике Ленина, особо охраняемом объекте культуры федерального значения. Проведен его демонтаж, но необходимо восстановление. Вопрос в средствах. Нам удалось, несмотря на то, что, как говорится, разных идеологических платформ, принять обращение к министру культуры от законодательного собрания о том, чтобы выделили, наконец, федеральные деньги. Нине Останиной докладывают и о результатах деятельности. Так проведена работа с несколькими учреждениями. Нам удалось средства заявить. Ну и потратить на детский сад в селе Южный Урал по просьбе жителей, на детский сад и школу в селе Ивановка, опять-таки по просьбе жителей, и в поселке Весеннем у нас по просьбе жителей мы на дорогу выделили порядка 400 тысяч рублей. Во время приезда в Оренбургскую область депутат Государственной Думы Нина Останина посетила 4 района. В Первомайском рассмотрели жалобу местной жительницы. Ее беспокоило уменьшение заработной платы из-за перевода среднего медперсонала на сокращенные ставки. В Ташлинском районе остро стоит вопрос нехватки кадров. Специалисты переезжают в другие населенные пункты. Решением этих и других проблем с подключением
власти займутся в ближайшее время. Елена Еремина, Андрей Булатов. Новости дня. На машине, как на лодке. Жители домов по улице Амурской областного центра жалуются на огромную лужу посреди дороги. Каждую весну и осень через дорогу не пройти. Из-за осадков она превращается в непреодолимую преграду. Подробнее в материале Дианы Кузембаевой. Вот такой прекрасный арт-объект у нас образуется после любых маломальски серьезных, да или после любых осадков. Улица Амурская в поселке Южном затоплена. Такими кадрами делятся жители этого района в социальных сетях. Вода поступает и к домам, отрезая жильцов от основной дороги. Участок Владимира Хурасева находится вблизи с автомагистралью. Из-за постоянных наводнений приходится быть всегда начеку. Как только начинает ливни, дожди, это все полностью засыпает, заливается. И волнами ко мне с той стороны вода заходит. И вот отсюда вода заходит. Когда машины ходят, приходится ставить щиты, чтобы не переливало через тротуар. Владимир делится. Коммунальщики этой ночью воду откачали. Но мужчина уверен, ситуация повторится вновь, поэтому старается к ней подготовиться. Во дворе запас досок и мешков с песком, ведь нередко вода с улицы затапливает и дом. Просыпаюсь, что-то в банке падает. У меня в погребе там банки стоят. Открываю, а там воды море. Такая проблема существует не первый год. А со строительством новой школы поблизости ситуация только усугубилась. В воде просто некуда деваться. Из-за затопленной улицы прекращается и троллейбусное сообщение. Для пешеходов впереди через лужу настоящее испытание. В морозную погоду все это превращается в большой каток. Автомобилисты и пешеходы вынуждены выбирать путь, нарушая правила. Эту дорогу отремонтировали в прошлом году. Однако, по словам жителей, нарушили технологию укладки асфальта, из-за чего на перекрестке собирается вода. Люди обращались в администрацию города, где им пообещали разработать систему ливневок. Но когда это будет сделано, так и неизвестно. Мы отправили запрос главе города. Ждем ответ и продолжаем следить за ситуацией. Диана Кузембаева, Андрей Булатов. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Выросло количество закупок у малого и среднего бизнеса. Оренбуржье попало в пятерку лидеров по количеству закупок у предпринимателей. Начеку круглые сутки. Жители аварийного дома по улице Кольцевая вынуждены встречать зиму с холодными трубами и незваными соседями. В единстве сила. Во Дворце культуры молодежной прошел благотворительный концерт в поддержку мобилизованных оренбуржцев. Это новости дня, мы продолжаем. Все больше крупных компаний Оренбуржья предпочитает приобретать товары у малого и среднего бизнеса. Наш регион попал в пятерку лидеров по количеству закупок у предпринимателей. Об этом сообщает Министерство экономического развития области. Объем закупок у малого и среднего бизнеса в этом году уже превысил сумму в 3 триллиона рублей и составил практически половину от общего объема всех закупок. За два года цифры выросли в 2,5 раза. Специалисты анализировали 9 месяцев текущего года. Первое место в рейтинге занимает Сахалинская область. Прирост объема закупок у предпринимателей составил свыше 400,5%. 414% у крымских бизнесменов. На строчку ниже оказалась Астраханская область. Без малого 300% прироста. Наш регион на четвертой позиции среди лидеров. Объем закупок у малого и среднего бизнеса в Оренбурге увеличился значительно, почти в 3 раза. Замыкает пятерку лидеров Республика Карелия. Прирост составил 279%. Специалисты изучили характер закупок в сравнении с прошлым годом. Среди самых популярных категорий – спортивные товары. Ненамного отстает одежда. Спрос на нее среди крупных компаний вырос в 5 раз. Такое же увеличение спроса произошло на услуги по обеспечению питанием. Также часто бизнес интересуется оборудованием, препаратами и расходными материалами, которые используют в медицине. Самый востребованный способ закупок – электронные магазины. Электронные магазины Оренбургской области остаются эффективным инструментом проведения закупок малого объема. Как видно из результатов мониторинга, большое количество участников, выходящих на такие закупки через электронные магазины, региональный бизнес, 83% – субъекты малого предпринимательства. Уровень экономики при проведении закупок малого объема по сравнению с 9 месяцами прошлого года увеличился и составил 119 миллионов рублей.
Экономия позволяет заказчикам перенаправить денежные средства на обеспечение нужд в других необходимых товарах, работах и услугах. Также в Министерстве экономического развития Оренбуржья отмечают, повысился уровень квалификации региональных и муниципальных заказчиков, а количество жалоб, просмотренных антимонопольной службой, сократилось в 2,5 раза. К другим темам. Начеку круглые сутки. Жители дома по улице Кольцевая вынуждены встречать зиму с холодными трубами и незваными соседями. Дом признали аварийным еще в 2017 году, а вот с расселением затягивают, уверяют жители. Наша съемочная группа выехала на место и посмотрела условия, в которых вынуждены жить оренбуржцы. Юлия Тюшевская продолжит. Ну, здесь вот эта комната у нас самая холодная. Сейчас я ее называю ледяная. Здесь не более 8 градусов. Ну, в принципе, вот моя одежда, вот посмотрите. В таких условиях жители первого подъезда в 11-м доме по улице Кольцевая живут с субботы. И это далеко не первая ситуация с начала отопительного сезона. Трубы становятся ледяными стабильно несколько раз в неделю. К слову, вереница проблем началась в 2017-м, когда дом признали аварийным. 9 декабря я вот последнее письмо, которое я управляющую компанию «Новопролетарскую 216» отправила, вот. За 9 месяцев вообще никаких ни звонков, ни предложений, ничего. Но тут дело к зиме. У нас бомжи уже живут в доме. Но многие съехали. Бить тревогу Лариса Стрельникова начала еще в начале этого лета. Обращалась во все возможные инстанции. Письма направляла и главе города, и губернатору. Ответ один. Жилье выделено, расселение будет в этом году. Сейчас лишь в некоторых квартирах проживают собственники. Остальные заселили лица без определенного места жительства. Здесь они не только проживают, но и стараются заработать. Нехорошие люди, называемые бомжами, алкоголиками, наркоманами. Вот здесь вот они вот бродят, им тут простор. Что ж тут открыли? Курорт для них. Они ходят, срезают. Это куда-то сдают. Ну, без света, вот как без света? Ну, это вообще... Я даже давление не могу померить. Я пожилой больной человек. Мне без света все, ложись, помирай. Молоток вот у меня на входе лежит, если обратили внимание. Потому что можно вот открыть дверь, а тебе бомж так, ну, я тоже человек в возрасте. 11-й дом по улице Кольцевая обслуживает у ЖКХ Оренбурга. Мы написали запрос в администрацию, чтобы узнать, когда все-таки расселят оставшихся жильцов аварийного здания и в чем причина отсутствия отопления. Ждем ответ. Юлия Тюшевская, Семен Воробьев. Новости дня. В единстве сила. Накануне во Дворце культуры молодежной прошел благотворительный концерт в поддержку оренбуржцев, мобилизованных на специальную военную операцию на Украине. Горожане активно откликнулись на предложение поддержать бойцов. Что удалось собрать, смотрите прямо сейчас. В фойе Дворца культуры молодежной развернули сбор предметов первой необходимости. В благотворительной акции принимают активное участие оренбуржцы от мала до велика. Они несут теплые вещи, носки, варежки, продукты питания. Жительницы регионального центра пожертвовали даже свои заготовки на зиму. Очень много неравнодушных жителей откликаются. Мы благодарны им за любую помощь. К нам приходят буквально в выходные, в любой день мы принимаем. В благотворительном мероприятии приняли участие представители духовенства. Откликнулись и национальные диаспоры. Все деньги, которые соберем с продаж, мы это предоставляем на помощь нашим мобилизованным, нашим солдатам, которые в такое нелегкое время предоставляют интерес нашей страны. Готовили наши тети, мамы. У нас есть пита, это с курицей, тоже греческое национальное блюдо. Есть пироги. Идейными вдохновителями сбора помощи мобилизованным оренбуржцам стали ветераны-пограничники и музыканты. Подумал, почему бы мне не обратиться к ветеранам-пограничникам, поскольку я сам являюсь пограничником, с такой идеей провести благотворительный концерт. Ветеранская организация пограничников вместе с фондом гуманитарной помощи «Защитник» решили в День народного единства сплотить на самом деле всех людей разных возрастов, разных национальностей, вероисповедания, людей в военной форме, людей, которые носили эту форму, еще будут военными. С одной единственной целью – показать, что в единстве наша сила, и что в этот день мы все с нашей армией, с нашими ребятами, которые выполняют задачи в ходе специальной военной операции. В концерте принимали участие юноармейские коллективы, коллективы народного творчества.
Все полученные от концерта средства, а также деньги, собранные от реализации национальной кухни и перевода, это более 200 тысяч рублей, пошли на поддержку мобилизованных оренбуржцев. Кроме того, забрали более 60 коробок с продуктами питания и теплыми вещами. Александр Криволапов, Игорь Бероев. Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте urttv.ru. Присоединяйтесь и к группам телеканала в социальных сетях. Теперь и вы соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. 8-987-852-6011. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.